Привет, ребята! Вот мы проснулись и в городе Н. Сегодня нас ждут приключения, да, Машенька? Да. Сейчас позавтракаем и поедем в город. Отдавать в ремонт, ребят, планшет. Стабилизатор. Быстро сделать. И... Кстати, ребят, дополнение моим картинам. Мы еще с детьми выбрали такие африканские, ребята, картинки. Классно, да, смотрится? Так, чай у нас кипело. Ребята, птицы-то как поют, да? А мы с Машенькой собрались в Старице ехать. Сейчас за Викой, за Тай заедем, а они у бабушки. Сейчас их заберем и поедем в Старице. Старица соскучилась по всем. Машенька, айда с другой стороны. Садиться будем сейчас. Вот. Опа. Вчера ребята их оставили с ночевкой у бабушки. Сами поехали домой. Сейчас мы их заберем и поедем к Старице. Да, Машуль? Значит, ребят, подписывайтесь на канал. Инстаграм, Телеграм, ссылочки будут в описании и здесь. В новых обновочках уже, девчонки, да? В шортиках, в кофточке. А у меня еще. Так, Маша, тогда давай, Маш, курточку сними, кофточку одевай тогда. Помогите, девчонки. Девчонки у нас, ребят, в новых обновочках уже поедем к Старице. Показывать, что купили, вещи, кроссовки. Все, ребята, выехали все мы. А, еще будем сейчас отдавать. Вот смотрите, видите, люди переходят дорогу, да, вот из-за кустов побегают. Здесь работают с человеком. Он так раз на копейки своей или шестерку у него сбил бабушку. И ему дали 2 года поселения. Получается, отсидел, опять на завод вот устроился. Так что здесь ни полосы, ничего, хоть бы что-нибудь знак бы какой-нибудь сделали, до сих пор не могут. Здесь, может, с новой дорогой здесь что-то новое придумают, а так, это кошмар, конечно, что, ну, вечером не видно же, да, и выскочит, все собьешь, и, во-первых, такой грех на душе. Ну, ладно, что я хочу вам, ребят, сказать, планшет вот и стабилизатор. Хочу отдать в Рязани, я уже планшет этот отдавал, в Рязани он делал, тоже там что-то не включался он, может сейчас он знает уже, считай, ремонтировал, может что-то там вылетело, там не знаю, вроде... Машенька, планшет падал? Нет? Планшет не падал, считай, ничего, не знаю, ребят, из-за чего он опять не включается. Ну я знаю, он месяца два лежал, что там случилось, как бы, сейчас пусть... Сурен, что ли, его зовут, забыл, как зовут. Сейчас пусть он посмотрит, я думаю, найдет причину, выявит. И в стабилизаторе у меня выявит причину. Может, найдет все-таки что-нибудь, как-нибудь поразбирается там. Прям будет замечательно, если он разберется и это отремонтировать. А мы уже не через Василовку, ребят, поедем, а через Юрязань, как раньше. Потому что вот надо вот Сурену отдать это все. Так бы через Василовку поехали по новой дороге, и там и ближе. Ну и через Рязань проедем, маленько по Рязани погуляем. Маша-то у нас, наверное, когда-то, Маш, зимой была, а или в том году летом она в Рязани была. Когда с горки катались, это летом было, да? А, зимой? А получается, значит, зимой. Можно проезжать, ребят. Маша, потому что поезд, видимо, далеко. А поезд вон он там стоит. Что с разрешения можно проезжать, что она махнула. И еще момент, когда я на права учился, вдруг вы с железнодорожного пути вот так вот проехали, ну, мало ли там, бывают ситуации, да, и тут гаишники тормозят вас, говорят, нарушение, а вы знаете, что говорите, а скажите, что вот регулировщик спеца, вот в основном женщина там, она махнула вам, и все, и вам штраф не выпишут тогда. Он всегда говорит, оспаривайте вот эти вот моменты, разные штрафы. Дармоедам, говорит, платить зачем.
Я считаю, он правильно говорит. Ребят, постоянно здесь, когда проезжаю, вам показываю нашу уральскую красоту. Какая красота, да, ребят? Только у нас на Урале, ребят. Только у нас на Урале. Ребят, сейчас позвонил в авто, этот, Восток Авто, узнал насчет машины. А то что-то не звонят, я до них дозвониться не мог 2 дня. Они мне, вот Алексей, менеджер, который принимал мою машину, пообещал мне позвонить в течение там до 2 недель. То, что их руководитель вышестоящий сказал, что в течение 2 недель сделает вроде как машину. Ну, в деталь приедет, все. А он сказал, вот, сейчас дозвонился до них, Алексей мне сказал, что не знаю, когда именно, но 2 недели пройдет, он перезвонит и скоординирует, где, чего, как. Детали и когда сделают. Ребята, а я что, приехал в ремонт, вот именно привез планшет и стабилизатор. Сейчас попробуем отдать это все. Возможно, он это все сделает. Потому что Машенька планшет хочет, да, Машенька? Да. 2 месяца он или 3 месяца он, или нет, 2 месяца лежал. Сейчас думаю, Сурен нам все сделает, починит. Вот хороший мастер, он, я уже отдавал, он уже делал, в принципе, уже занимался. Здравствуйте, уважаемый! Я вам уже планшет приносил, зарядка что-то не включалась. Сейчас такая же проблема, только ребенок поиграл маленько и 2 месяца он полежал, что-то не включается. Вот, вы уже его делали, может там что-то шлейфик отошел. Ну, раз вы что-то говорили мне, что-то там отходило. Вот этот момент, а второй момент, вот вы стабилизаторы делаете. Все, ребят, планшет отдал я, планшет отдал. Сказал, завтра после работы я заеду, заберу. Сказал, после 4 он до 5, до 5 я попробую успеть. Вот, ну завтра все, отдал Машенька планшет. А вот стабилизатор сейчас попробую в другое место сейчас завести, если возьму. Что там с ним, непонятно. Сейчас, может там пустяк какой-то. Ну, я новый он в итоге, ребят. Он не ломался, ничего, просто я купил, может зарядить его надо там или что-то. Сейчас, в принципе, может мастер все скажет. Так, едем в Лас-Вегас к мастеру, как Рушан Гатуфович говорит, что Чернышевского уже Лас-Вегасом стал. Ну, точно, будь здоров. Видите, здесь 9-этажки строят, все, Лас-Вегас уже. С обратной стороны не очень. Короче, здесь не занимается, он сказал, прям четко, ясно. Чего не знаю, того не знаю. Чисто, говорит, телефоны. Я смотрю, у него компьютеры там стоят. Я говорю, это компьютеры тоже? Нет, говорит, сейчас от компьютеров отошел, чисто телефоны. Так что я не знаю, ребят. Куда мы уже стабилизатор? Чтоб кто-то и отремонтировал. Наверное, в Челябинске, но только здесь в Рязани, наверное, вряд ли кто-то. Все, ребят, что, поедем к старице. Хотели, в принципе, все отдали, но не все. Вот стабилизатор, наверное, в Челябинске кто-нибудь возьмется сделать. Сонная какая-то. Ага. Не выспалась, что ли? Скажи, здесь в МЧС служил. Так, ребята, дом уже расстелили первый. Вроде уже никто там не живет, хотя живут. А здесь вот дедушка служил в МЧС. Пожарной дружине. Сказать, пожарный был, на машине ездил. А это второй дом. А это вот второй дом, его тоже, в принципе, квартиру же дали, расселили, но, видимо, люди не спешат отсюда переезжать, потому что здесь, видимо, гаражи, сарайки остались. А здесь у вас
бабушка с дедушкой коров пасли, вот где газотрасса, вот желтой трубы, видите? Вот там вот бабушка с дедушкой коров пасли. Да, пасли. И Леша, да, ходил тоже пас. Вот там. Собака. Дик был собака. Ну, Дик. Дик. Помнишь Дика? Кто? Ну да, да, да. Помнишь Дика, да? О, Дик был, да. Дик был, да, который пушистый. Нет, он такой рыженький, с Башкирии. Он здоровый. Хороший пес был такой. Хороший пес. И дедушка никогда не резал коров, быков, потому что он всю жизнь, считай, пас. Ему жалко было. Жалко было. Выходим, Маш. Машенька. Ну так, чуть-чуть поправим. Все, пойдемте. Мамушки. Вон киса сидит. Киса. Может кот, а может кот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пусть кайфует. Ой, молодец, ты проходи. Все, бабули приехали. Да? Выходите. Выходите. Привет, Леш. О, вся компания. Да, всей компании. Ой, не там Леша приехал. Я только приехал. Ларочка, ты не прячься. Всем взяли, вот видишь, бабушка, это вот все купили на твои деньги. Ой, которые ты передала. Ну, бабушке, видишь, это шорты, футболки, кроссовки. Маруся, не прячься. А я сюда. Кто-то? Какая Маруся еще? Что за Маруся? Сейчас скажу. А? Котенок. А, котенок? Сейчас скажу. Что, котенка лучше стал, котенка-то? Да получше. Ну и как еще? Все, бабушка, одну только шоколадку дадим. На аттракционы бабушки ходили и под дождь попали, представляешь? Под ливень, но потом после ливня все равно покатались. Ну что тебе купили? Рубашки, ты там по мелочи все. Всем по шоколадке, отдай. Всем это... Ну, одежду, бабушка список там сделала, взял. Бабушке ну, по списку взял. Вы что, как дела сами-то? Что делали? Вы что делали? Леша на прививку ездил. Вакцинировался. У ваших почтовских там два автобуса было. А ты зачем вакцинировался-то? Смертник, что ли? Не смертник. Ты же дома сидишь, никуда больно-то не ходишь. Никуда. По больнице продолжается. Вкусный чувак покупает. Андрюш, там скумбрии копченые. Хочешь? Будете копченые скумбрии? Я лавочка дома. А где скумбрии копченые? Ну, в тарелочке, в холодильнике. Вот. Слушай, у тебя всего здесь... А, вот. Вот это все? Да. Вот скумбрию копченую, да, можно пойти. Это, можно помидорку достать. Вот копченая скумбрия. Что такое? Увидала. Садитесь в стулья, бери, Вик, стулья вот эти вот бери, что тряпочки убирай. Что там случилось, а? Пауков увидала, а у вас? Где? Паутину. Давай бери. Под вашим иди, вон сейчас стульчик, сейчас тебе Маша это. Ой. Иди, Машенька, бери сюда. Стул, Маша, где? Маша, бери. Айда сюда, вот айда это сюда. Это упадет. Хвостики кошками. Ага. Отцу партроники взяли, ветровики, подлокотник. Вчера два раза до вас, сначала первый раз звонил, связь прервалась, и вы даже не перезвонили. Потом дозвониться до вас не мог. Второй раз дозвонился до них, они сказали, у них электричество выключили, ну, что-то отключали там. А ты где? И в итоге, да слушай, и в итоге они говорят, что мы передадим менеджеру. И в итоге вчера ничего не передали, ждал я, до них не дозвонился. Сегодня я до них дозвонился, вот Алексей, там менеджер, который принимал у меня машину,
сказал, что детали уже выехала, скоро отремонтируют, мы вас оповестим. Я говорю, давайте, если 14 дней пройдет, вы там не отремонтируете, то вы мне наберете, оповестите, там, что там, где машина, что... Ну, расскажет детали, где и что там. Машину отдал. Куда? Здесь в ремонт, вот, где у вас в Рязани, в центре. Он уже ремонтировал его, что-то не включает. Положи. Давай домой заберем. Дом поешь. Ну, положи. Садись. Я пошла. А, Маше потом надо в холодильник поставить. Кого? Садись. Масло вон. Вы что, Машенька, комнате? Идите сюда. Вы что там делаете? Что делали? Шоколадку вот ели. А? Шоколадки вот ели. А-а-а. Что, Вика, вкусно? Отдохнет хоть. Отдыхает. Рашка. А, так слушай, ну, а, наконец, только сейчас заметил, а там, убрали. А ты не видел там, которую игровую на площади сделали? Слушай, ну смотри, убрали пингвина этого, которого медведя, получается, и там снеговик. Сюда, а вот здесь, сюда. Смотри, вот эти вот, да, идут красиво, и получается. Туда. А вон там вверху, где? А, игровую нет, не видел, большую вот сделали. Хорошие там настроили. И тат-клубы тоже? Ага. Игровые всякие эти, скамейки наставили, все там, угу. Больно хорошо. Сходите, посмотрите. Да мы уж, бабушка, уж полазили по всем этим. Это для вас здесь новшество, для нас-то нет. А так красиво, молодцы. Ой, там и этого. И ну за... погоди, сделали. Ну погоди, сделали, говорю. Да, а здесь вот там сзади, сзади гармошка. Ну мы проедемся, посмотрим. Медведь с гармошкой. С гармошкой, посмотрим, что там получилось. Но быстро они сделали этот, игровую-то, да? Да, еще, наверное, клуб 5 миллионов выделили, Техлер. 5 миллионов? Да, на все это. Они что-то сами, что-то кого-то наняли, видимо, да? Они там что-то вот асфальтировали клубом. Ну, клуб зацветет, наверное. Внутри аппаратура этот клуб зацветет, да? Внутри белили, красили. Теперь кино, наверное, будет смотреть хорошее, да? Можно будет. Там кукольный. А, кукольный театр. Вот соседка с нашего дома идет. Ясли, садик-то купил. Это их сын, да, купил? А? Их сын купил? Да. А я думал, кто купил-то вот ясли, это их сын купил. Да, купил, там строит. Молодец. Ну, а что они, наверное, недорого продавали, да, считай, руин-то эти? Ну, у него же там внизу вот эти двери делаются, железные они. Угу. Ставили. Ну, ребят, фотографируются там, ребят. Да. Сейчас пойдем тоже фоткаться. Там, видите. Вот у них народ уже приезжает, не было никого, а тут... А вон специально видишь, чтобы машины не ездили, там катались. А это, бабушка, выставка. У вас сюда приезжают еще же собаки, да, Royal Canin, вот эти там, чемпионы. Да, а в субботу фотографировали, что-то вносили с клуба. Какие-то белые деревья. Вон. Ну, положь. Нет, да, вон. Нет, на лавке. Рыб, положь, рыбку съедят. Ну, красота у вас здесь. Еще вот с этой базы бы решили бы, что там вот с этой стоит, которая, да? Укол сделал, температуру сразу, значит. Со второй укол. А первый говорит вообще ничего, вот второй посмотрим, что будет. После второго, через 21 день второй поставит, посмотрю, да. Вот женщину поставили, она рядом со мной сидела, сколько? Пару часов посидела рядом, ничего нормально. Вот это деревенский, здоровый, тебе вообще ничего не возьмет. Это вот таких, кто болеет постоянно. Кто поставил? Говорит, ничего, ни температуры, ничего. Ну, после второй прививки посмотрим. Ну, здорово, как слон деревенский, ничего не возьмет. У вас завод, 40 человек пришли. Почему? Не хватает у нас, что ли? Да, у вас. Да, сюда начали возить? Да. Вот, сюда. Да, ну, это прививка. Спутник, да, ты ставил? Не знаю, какая. Ну, спутник, ну, ты грел ее, надо было греть еще. Нет, вот такая вот.
Ну ампула, тебе дали в руке грить ее? Я понял. Давали в руке грить? Нет. Это уже готовое взять. А, готово. Их в холодильнике просто надо держать, вроде как холодные, и дают в греть специально. Два хвостика заплетает Тая и Маша. Сейчас пойдем посмотрим, что на площади возле клуба. Волосы жиденькие. На вот это. Резинку. У меня лайки и тикток. Тикток? Тикток. Едешь по сетечке, а здесь лайки. Мне нравится шоколад? Вкусные шоколадки? Бабушка постоянно дает шоколадки. Бабушка, вы коробками их закупаете, что ли? Как не приедем, вы столько шоколадок даете и передаете, и все. Целыми коробками закупаете. Коробками берете их, что ли? По 10? Мне кажется, вы их больше берете. 25. Ну, вкусный шоколад этот, вкусный. А что Почта России? А Почта России продает. Их, да? Да. Почта России. Пока. Спасибо за... Да я его укусил. Комары кусали. Так, ну что, девчонки, поехали? Бабушке помашем. В клубе посмотрим достопримечательности какие там, пофоткаемся, это да? Там вот этот Леопольд. Там не только Леопольд, там что-то еще какие-то. Раньше там один снеговик стоял, помнишь, Вик? Медведь. Медведь, два снеговика. Медведь лежал. А там вот лежал, его убрали. Бабушка, вон там в окошечке помашем. Вон бабушка, вон там.